«Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Эти слова из стихотворения великого русского поэта может смело к себе применить и Мурат Хасанов, легендарный российский самбист. В его копилке более 30 наград самых престижных международных соревнований. Всероссийский турнир – это демонстрация признательности за достижения, а также подарок ко дню рождения. Дорогие друзья, земляки, гости Республики Адыгея, от имени главы Республики Адыгея Аслана Хитовича Кушинова приветствую вас на открытии такого впервые нового для республики замечательного всероссийского турнира. И сразу же хочу поздравить лично нашего чемпиона, депутата Государственной Думы Российской Федерации Мурата Хасанова с днем рождения. Музыкальные подарки вручили певец Айдамир Мугу, ансамбли «Зори Майкопа» и, конечно, «Нальмес». Всероссийский юношеский турнир собрал полные трибуны болельщиков. Местом действия стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Аштен». Приехали с Урала, со Свердловской области, с Татарстана, с Санкт-Петербурга, с Волгоградской области, с Саратовской области, с Москвы, с Чечни, с Ингуши, с Карачай-Черкесской республики, Кабардино-Балкарии, Калмыкии. Крым не смог приехать, потому что паром закрыт. Они ждали сутки на пароме, но не смогли приехать. Будь возрастная категория не 16-17 лет, а постарше, то за победу на этом соревновании можно было присваивать звание «Мастер спорта России». Но и без того мотивации у местных молодых борцов хватало. Родные стены, престиж региона и продолжение славных традиций, начатых Муратом Хасановым. Это как показатель для спортсмен, для ребят. Как бы, вот, ну, так, есть повод как бы стремиться к таким результатам. Вот, и поэтому... Эти соревнования обязательно должны быть. Такой человек, он единственный на планете у нас. Поэтому только первые места, только лучшую борьбу показать. Естественно, мы об этом общались. Я хочу сказать, что, во-первых, он всегда защищал честь Адыгеи. Я тоже то же самое хотел тоже сделать. И защитить честь Адыгеи и оправдать все ожидания, конечно, тренера и самого себя. Молодой самбист из Адыгеи Скоромазан Цыку – один из трех борцов Адыгеи, кому удалось на этом соревновании подняться на высшую ступень пьедестала почета. Всего же в финале боролись 8 самбистов республики. Еще 4 стали бронзовыми призерами. Хотел бы сказать всем большое спасибо, всем болельщикам. Ну, а спортсменам пожелать в будущем удачи в спорте, больших побед. И чтобы они всегда равнялись на наших знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира. В планах организаторов турнир на призы Мурата Хасанова сделать традиционными. Турзан Ахиджак, Рустам Загов, Николай Ковтун, Вести, Адыгея.